Меня зовут Евгения Овчинникова, я из России, занимаюсь конным трейлборием. Я очень люблю свою лошадь, она терской породы. Я со своей лошадью занимаюсь с 1,5 лет, мы с ним вместе, как одно целое. В трейлборе также мы с ним, как он, как и я, достаточно недавно, поэтому для нас это все новое. Где-то я помогаю лошади, где-то лошадь помогает мне. Ну, мы стараемся всегда вместе на результат, работать на результат. У моей лошади очень большое сердце. У моей лошади очень особенный характер. К нему не каждый человек может подойти и с ним общаться. Он выборочно общается с людьми. Ну, Олимпиада – это высшая цель чего-то, чего спортсмен может достигнуть. Поэтому для меня это самое большое, то, что я могу желать. Прошлая Олимпиада Шарлотта Дюжарден и Михаил Юнг очень-очень оставили яркое впечатление о себе. Для нашей страны попадание на Олимпиаду команды – это большой прорыв в истории. Олимпиада – это цель всей жизни. Мы будем стараться по максимуму, что в наших силах мы сделаем –